Я думаю, что у Путина очень большие амбиции по контролю за этим регионом. Он считает, что территория бывшего Советского Союза – это то, что, ну, исторически, не исторически, но как-то там должно быть под контролем России. И строительство атомной станции – это один из очень удобных способов создать зависимость в стране, в данном случае в Казахстане. Но мы же знаем, что и в Таджикистане, и в Кыргызстане подписываются договоры. И шли, да, и шли переговоры, и тоже об атомных станциях подписываются документы, и это потому, что это один из самых... Если вы, скажем так, лидер какой-то страны, который грезит геополитикой и хочет всех вокруг контролировать, то строить атомные станции — это очень удобный инструмент, потому что вы создаете очень серьезную зависимость от топлива, от технологий, от людей, и очень надолго, да, к вам зависимость может попасть какая-то страна, которая, ну, беднее, у которой нет этих технологий.